Прикольно, почему бы и нет. Давай сейчас посмотрим, ребят. Кстати, сейчас тундра откладывается. Откладывается у нас тундра. Мы сейчас с тобой пойдем и посмотрим. Тут что-то происходит. Какой-то видос. Значит, нам запилили. Давай смотреть. Давай смотреть. Ты смотришь меня? Погнали. Come get some. What the fuck? Move it or die. Гибралтар. То, что я тебе говорил в новой экипировке. Робот в новой экипировке. Каньон Кингс? А, да, детка. Какой вкусный робот. Да ну ты чего? Чё они тут напридумывали? Новые скины что ли завязали? Почему Гибралтар лысый? Андрюха пришел. Привет. Спасибо большое. Смотри, новый видос, короче, в орехе. Ассимиляция. Бангу. Вот она, реликвия, короче, Октейна. Да, то, что я говорил, ну... Но я не пока... Давай еще раз разберем трейлер. Смотри, а мне нравится. Надо заставку такую будет запилить. Новый Октейн. Они сделали, смотри, новые скины. Ёперный театр. Банга, короче. Я не могу, лысый этот самый. Гибралтар. Все, я сейчас смеяться буду. Фу, бомбить меня будет. А это Октейн, короче, бежит. Может, офигенно. По рисовке завтра куплю Денлайт. Покупая. Она прикольный Денлайт. Ага, вот они. Ну, короче, они нам что, новые скины типа завезли, да? Дистракшн. Смотри. Ну да, 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 да. Я тебе показывал там в сообществе картинки, я там нарыл, мне это не знакомый датамайнер. Вот. Да, вообще их там полно, можете сами нарыть, полно в интернете. Вот эти скины, все-таки они их прогрузили, из-за этого они вырубили мне, вырубили мне, короче, да, из-за этого я не... Смотри, глаза, Гибралтар, бля, я не могу. Завтра трамвай куплю. Привет, историк, но не физик. Привет, Гибралтар, я не могу. Так, ну смотри, System One Ring Patter Per Day, что написано тут непонятно. Что-то с зоной связано, я не понимаю ничего. Связанные зоны, лут, что с лутом, я ничего не понимаю. Permanent, лут, локейшн, я не понимаю, что такое. Больше лута будет или меньше лута будет в локациях или что? Или это режим такой будет, что сам не понимаю ничего. Так, хорошо. Каустик в новом скине. Ну, это, смотрите, Apex такая игра, это очень хорошо, что они раз в 3 месяца запускают такой жесткий контент. Что не так сильно не деньги выманивают, потому что игроки покупают, сметают все с полок абсолютно. Ну, большинство. Вот. Я немножко сэкономил, можно сказать. Очень сильно сэкономил деньги, прям вообще просто пипец. Вот, из-за того, что они такие контент выпускают. Мне тоже не весь контент здесь нравится, я бы не покупал бы эти скины, нафиг они мне нужны. Вот. Но есть такие скины, которые невозможно не купить. Вот, они, и хорошо, что они такие пока не делают. Но игра динамически развивается, поэтому я думаю, что будут жесткие скины. Причем это не просто скины, это реальные костюмы, и реальные люди в них одеты. Вот так они перенесены в игровой процесс.
И я думаю, что будет очень и очень много. Просто посмотрите, какие фильмы сейчас делают и раньше делали в любом стиле. Костюмерные Голливуда завалены очень крутыми костюмами. Если все это будет в Апексе, это будет жесть. Так, ну, робота я вижу. Смотри, какой робот. Вкусный. Тебе нравится? Смотри, какой интересный робот. Интересно. В таком же экипировке Гибралтар. Так, вижу рейв, вижу, значит. Ага, вот он. И смотри, они появляются на каньоне Кингс. Короче, так, у нас будет каньон Кингс, наверное, очень скоро. Не зря они его сюда добавили. Прикольно, да? Смотри. Прикольный, да? Нравится тебе? Да, мне тоже, блин. Смотри, дай пятак. Ревенанту, короче, все. Вырвали пятак, а то он вечно недоволен чем-то. Такой наглый, слышишь, Ревенант. Поднимите меня, иначе я сам вас убью. Чё, блин, ты чё сказал, говори, блин, шевелись давай. Ему Лайфлайн постоянно говорит, блин. Сечёшь? Дай пятак, смотри. Ну, я не знаю, вот я паузу тебе поставлю, блин, интересно. Смотрел старые видосы Паши Техники и подумал, что трэш еще в Ютубе, но не весь пересмотрел. Понятно. Вот. Его Shield Introduction. Привет, мат. Как твое здоровье? И опять они на этой карте, он показывают нам. Показывают и ту карту, и эту карту. Что-то непонятно. Не, ну то, что скины, я уже вижу, конечно. Скрин сделал, своей бывшей отправлю. Подожди, я перемотаю, тут я Каусика хочу посмотреть еще раз. Спасибо, нормально. Спасибо, хорошо. Смотри, какой дядя Саша страшный. Чё они ему сделали? Кто разработчик? Кто разработчик этой всей хрени? Ты посмотри, что они ему сделали. Они ему новую маску придумали. А где его этот самый бочка? А, вот она, черная, это самое. И вот у него, вот она, газ, Нокс. Интересно очень. Крипто, чё с крипто сделали? Чё он такой какой-то весь, как на робота похож? Посмотри, глаз какой у него. Что тут, ухо какое-то? Что за робокоп они тут напридумывали, блин? Да, тут все переделали, ты посмотри, еще раз. Дяде Саше 49 лет уже, понимаешь, ему было 48, уже 49. Целый год он с нами играет. Он уже и клоуном был, и кем он только не был. Посмотри, какой мираж. Ты посмотри, я не знаю. Мне не особо, конечно, такой нравится. Я тоже не очень. Мне ребята там пишут, да, мы не любим космос, там не любим всю эту роботизированную технику. Нам лучше там такой Counter-Strike пострелять, там это. Я тоже эту тематику не очень люблю. Не люблю этот Overwatch, короче, вообще. Я даже покупать даже не буду ни за какие деньги. Если ребята подарят, я могу просто показать у себя на канале. Даже покупать его не хочу. И они вот тут опять вводят, короче, вот Apex. Настоящий Apex был, вот он, когда он первый был каньон, первые скины, первое вот это вот ощущение. Вот это был настоящий Apex Legends. Вот это вся вот эта вот мутата уже всем в печенках сидит. И скажите, что я еще не прав. Я захожу в группу комменты читать. Люди уже плюются от этой карты. Все хотят каньон и вернуть старое доброе. А некоторым вообще ничего не нравится. Нафиг этот каньон? Нам лучше какой-то новый контент завести. Какой контент вам еще нужен, господи? Вообще поудаляйте все игры, сидите вы в сапера играете. Короче, Банга, смотри, раком стоит. И Гибралтар, смотри, лысый. Нифига себе, его под ноль постригли. Я, короче, валяюсь, блин. Новые костюмы и униформы. Посмотри, какой каустик. Страшные глаза. Тут глаза страшные. Робот какой-то непонятный. Сделайте красивые костюмы какие-то. Там 17 века, там 18 века, одежду там Англии, я не знаю, там в японском стиле, я не знаю, что вы, ну это такой
У нас четвертый сезон ассимиляции, роботизированный, то есть тут такое все-то не замудрили. Ребят, ну мне не нравится это все. Ну, не совсем. Самое главное, чтобы они знали, что сделали, чтобы они оружие нам не пофиксили, а то они с каждым обновлением, патчем, они фиксят нам полностью оружие. Там кому 11 занижают, кому 8, кому добавляют скорострел, кому... все экспериментируют. Вы тогда экспериментируетесь, ребята перестанут играть, короче, в орех. Так, фаталити кому-то уже каустик делает. Ну, с такой рожей вообще уписаться можно. Банга. Не знаю, если выпадет на халяву, конечно, такой скин хорошо, но с коробки, но покупать его не буду. Спасибо, Apex Legends, что сэкономили мои деньги. Хотя, каустика можно было бы взять, конечно. Хороший, мой любимый персонаж, конечно. В доту поиграть за лям? Легко. Переводи, там карточка есть под описание. А вот и... Подожди. Реликвия. Реликвия, короче, Октейна. А почему это реликвия Октейна, если все думали, что все-таки настоящая реликвия, это будет его селфи-палка? Почему ему дали нож-бабочку? Что за бред? А? И уже анимацию проработали. А чё у тебя в классе там? Ну не 5 века, ну чё-нибудь шкуры какие-нибудь, да, там. Ну чё-нибудь такое, да. Смотри. Почти 2 недели не катался. Катался сегодня, что ли? Ну вот она, реликвия.